Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Уничижение Давида его женой. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в дом Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Михола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. Принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирной. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.